приветствую вас на канале Календариум. Меня зовут Аня Лапа. И в этом видео я, как вам обещала, хочу поделиться самыми популярными версиями, кого мы ожидаем в третьем сезоне шоу «Маска». Несколько дней назад на своем канале я бросила клич вам, дорогие подписчики, и предложила поделиться вашими вариантами, кого бы вы хотели видеть в третьем сезоне шоу «Маска», кого вы ждете, либо на кого вы просто думаете, что он точно должен побывать в третьем сезоне. Вы оставили огромное количество комментариев, за это вам огромное спасибо. Возможно, это только первая часть такого видео, потому что я думаю, что комментарии будут продолжаться. И список будет пополняться, но на самом деле он на данный момент уже просто огромный. Я даже не могу точно сказать, сколько версий вы мне написали, но я посчитала самые популярные, сейчас их озвучу и скажу примерно, сколько человек ожидает того или иного персонажа в шоу. Повторюсь, я основываюсь только на том, что вы мне написали в комментариях в моем сообществе на YouTube-канале Календариум. Больше всего по 7 человек, по 7 голосов за каждого исполнителя было отдано за Влада Соколовского и за Стаса Ярушина. Этих двух персонажей большее количество людей ждет в третьем сезоне. Связано это, конечно же, я думаю, с тем, что Влада Соколовского очень сильно ждали в маске крокодила, а Стаса Ярушина очень сильно ждали в маске зайца. Ну, кстати, я думаю, что это, в принципе, довольно реальные версии, так как Стас очень неподдельный интерес к шоу «Маска» проявлял. Также звал к себе на интервью потом в своем Узловт многих персонажей после шоу «Маска». И в этой теме он варился, крутился, даже смотрел мои видео и комментировал досье на Зайца, где он написал, что Заяц это он. Поэтому все-таки я надеюсь его еще в третьем сезоне увидеть, как и многие другие. Более того, он, в принципе, принимает участие в телевизионных шоу. Совсем недавно он был в шоу «Звезды в Африке». Влад Соколовский тоже, в принципе, не отстает. Он был в прошлом сезоне «Ледникового периода», поэтому просто я к чему-то говорю, есть такие персонажи, которых в таких шоу вообще заметить невозможно. Эти два персонажа, в принципе, могут принять участие в «Маске». Они поющие, они вокальные, они в Соколовске, например, и танцующие. И я думаю, что будет очень интересно, если мы их все-таки увидим. Еще несколько популярных версий, от 4 до 6 голосов они набрали, это Никита Пресняков. Никита Пресняков тоже 100% может принять участие, потому что его пиарили весь первый сезон, несмотря на то, что он не был в «Маске Льва», тем не менее, многие его там ждали. Сейчас он тоже очень активно участвует в различных шоу. В последнем сезоне «Ледникового периода» он был, он сейчас принимал участие в каком-то боксерском поединке, я уж там, если честно, сильно не углублялась, но в Ютубе он выскакивает, в чем-то в таком подобном он еще участвует. В «Факторе страха» мы его видели, кстати. Поэтому, в принципе, на ТВ он сейчас светится. Ну и понятно, что поет и все такие дела. Поэтому я думаю, что не исключено, что мы все-таки можем его увидеть и в третьем сезоне. Также популярные версии, которые подозревались в предыдущих сезонах. Например, Александр Буйнов, несколько человек за него проголосовало. Мы его подозревали в «Маске банана». Ну и, в принципе, он периодически в некоторых масках так проскальзывает нотки Буйнова. Поэтому, я думаю, самое время пригласить его. Тем более, он мог бы исполнить вот как раз ту роль, которую выполняют обычно артисты старой закалки, старая гвардия, прошлое поколение, не знаю, как правильно сказать, который выполнял эту роль Глызин, потом выполнял эту роль Стоянов. И вот Буйнов, например, мне кажется, отлично впишется в эту компанию. Также Виталия Гагунского ждут очень много человек, потому что мы его видели и в «Носороге», и в «Ламе», и где мы его только не видели. То есть, несмотря на то, что в «Маске» он не участвовал, персонаж в шоу «Маска» он достаточно популярный. И, конечно же, Нонну Гришаеву ждут, потому что это был популярный вариант на «Маску единорога», в котором оказалась все-таки Ирина Дубцова. И мы знаем, Нонна прекрасно поет, прекрасно пародирует, и ее очень бы тоже мне бы лично хотелось бы увидеть, ну и многим другим тоже. И также много голосов набрал Денис Клявер. Но это еще, кстати, связано, наверное, из-за того, что предполагается, что пятым членом жюри в этом сезоне будет Стас Костюшкин. Если кто не знает, было заявлено, что по традиции, ну, которую, по-моему, ввели просто на ходу эту традицию, пятый член жюри снова будет меняться. Как бы мы ни хотели, к сожалению, это будет не Киркоров, и не Тодоренко, и не Валерия. Все они остаются, Тимур Родригес остается, уходит Рева, и кто-то придет вместо него. Большинство
считает, что придет Костюшкин, в том числе и я бы очень этого хотела. Но есть еще варианты, что может прийти Марк Тишман, может прийти Галустян, как замена юмористов, если уж мы по тому пути пошли. Также, может быть, это и Марина Кравец. Она всегда очень интересно комментирует. Новогодние маски она, по-моему, блистала своими комментариями. Ну и Тимура Батрутдинова, конечно, тоже ждут. И после «Зайца», и после «Шоу Маст Гоу Он». Поэтому вариантов, в принципе, на пятое кресло членов жюри у нас много. Но, учитывая то, что большинство все-таки за Костюшкина, поэтому многие также думают, что там должен быть по ту сторону и Денис Клявер. Но чуть поменьше, по три голоса набрали у нас Виктор Салтыков. Ну это понятно, это после «Суперстар». Я думаю, что кто-нибудь из первого «Суперстар» или второго «Суперстар» точно будет в маске. Мы с вами тоже обсуждали уже, что НТВ есть, имеет такую тенденцию своих артистов по своим проектам, White Media, который продюсирует, немножко таскать по разным каналам. Поэтому мы здесь-то и копаемся, и сразу заранее ищем кого-нибудь. Также ждут Юрию Титова. Это опять же из «Суперстара», там он блеснул, говорят. Я, к сожалению, не осилила этот проект больше, чем на 40 минут. Влада Сташевского ждут также по этому же принципу. Алису Мон ждут по этому же принципу. Ну, плюс еще за участие в «Шоу Маст Гоу Он». Насчет Дианы Анкудиновой, кстати, мало было комментариев, но я скажу, что вероятность, что она будет участвовать, крайне мала. Либо она как раз может исполнить тот вариант гендерного запутывания и петь в какой-то мужской маске, в «Козероге», например, мужским голосом. Вот тогда это будет шикарно. Если она будет петь в женской маске, и так как она поет всегда, потому что у нее очень отличающийся от всех голос, это будет, к сожалению, слишком быстрое угадывание и раскрытие. А этого бы нам не хотелось. Поэтому вариант с Дианой Анкудиновой, он такой, у меня вот так вот на весах, я даже не знаю, нужно или не нужно. Еще три человека проголосовали за Александра Панайотова. Ну, тут понятно, просто уже хочется, наверное, людям где-то его видеть. Он в дуэте, кстати, был, поэтому вполне возможно. Ирину Аллегрову ждут. Это тоже, как представительница старой гвардии, может сыграть эту роль замечательно. Ярослава Сумишевского тоже ждут три человека. Спорная для меня кандидатура. Я не знаю, по какому принципу, но в любом случае такое может быть. По два человека проголосовали за Руслана Алихно. Но мы его подозревали, вы уже помните, в маске «Носорога», где оказался Кирилл Туриченко. Мы успели с Русланом достаточно близко познакомиться, пока делали досье, поэтому я думаю, что он вполне может принять участие в третьем сезоне. Также мы подозревали Родиона Газманова в «Маске крокодила», и я думаю, что тоже вполне вероятная версия участия в третьем сезоне. Ждут также люди Бьянку, но в последнее время, мне кажется, у Бьянки какие-то проблемы в целом. Поэтому я не думаю, если честно, что она окажется в этом шоу. Я ее там как-то не могу представить, как и Богдана Титомира, например. Хотя, говоря, что в «Суперстаре» он вел себя очень хорошо, прилично и такой весь молодец. Поэтому, я не знаю, уместно ли здесь будет сказать, чем черт не шутит. Ну, пусть будет так. Написали также про Дмитрия Харатьяна, но он участвует сейчас в «Танцах со звездами» на «Россия-1». Там же, кстати, участвует Ваня Дмитриенко, прошу прощения, вы тоже мне про него писали. А это шоу снимается в прямом эфире, и вроде как маска-то тоже будет, не сильно заранее записана, то есть в процессе. Поэтому такое пересечение проектов, я думаю, это очень будет сложно. И впоследствии, я думаю, мы тоже будем с вами об этом говорить и выискивать артистов предполагаемых, но которые уже задействованы в других проектах, и сразу их отметать по этому же принципу. Аллу Михееву ждут. Ну, это веселая девочка, которая, в принципе, может исполнить вот ту роль телеведущих, которые тоже отведены на маске. Также ждут Мигеля. Мигель у нас был на пятой «Фабрике звезд». Петь, может, скажем так. Поэтому почему бы нет? Было бы очень интересно. Ждут Вику Дайнека. Но я думаю, что ей просто пора уже перезапуститься, проснуться и как-то дать какой-то толчок к своей карьере. И я была бы рада, например, увидеть. Также ждут и Даву. Дава активно пиарится сейчас по всем проектам. Тоже «Факторы страха» мы его наблюдали. Ну и Киркоров его тащит. Ну и подозревали мы его чуть-чуть совсем в «Крокодиле» во втором сезоне. Поэтому очень велика вероятность, что он опять же после Бузовой придет и в «Шоу Маска». Есть варианты по поводу Димы Билана. Но тут спорный вопрос, надо ли ему это.
Поэтому я пока, честно говоря, сомневаюсь. Тем не менее, его ждут. Также ждут Басту, но тут я даже, честно говоря, не знаю. Баста, ну, он, в принципе, был наставником в «Голосе». Но почему-то мне кажется, что он может посчитать Маску немножко не его уровнем. Вот такое у меня впечатление от Басты, если честно. Также ждут последнего из Иванушек, который еще не поучаствовал в «Маске», а именно Андрея Григорьева Аполлонова, рыжего из Иванушек. Ну, тут понятно, потому что Туриченко был. Андреев Кирилл тоже пришел в «Маске Мандрина» в новогоднюю «Маску». Остался только один, и как, собственно, без него. Также два человека написала про Еву Польна, про Нилетто, про Екатерину Волкову, актрису. Кстати, актрисы, я думаю, тоже должны быть. Мой личный вариант, мне очень нравится Екатерина Климова, я бы ее бы хотела увидеть. Ну вот, про Волкову написали. Про Пашу Волю, опять же, написали, я думаю, из-за того, что кто-то из юмористов должен быть. Что-то такое, я думаю, тоже ожидается. Паша Воля, Гарик Харламов, как раз в маске пса, который будет в виде бульдога. Это будет, по-моему, замечательно. Я думаю, по этому принципу кто-то из Comedy Club будет вот 99%. И очень часто говорят про блогеров, про тиктокеров. Ну, два человека назвали, опять же, в который раз фамилию Димы Масленникова. Это блогер. Он очень популярный, очень известный. Тоже уже вышел за пределы Ютуба, за пределы ТикТока. И я думаю, что если рассматривать среди блогеров, его как раз мы можем увидеть. Также пару человек написали про Елену Терлееву, но это опять же связано с тем, что мы ее очень сильно подозревали в «Маске солнца» в прошлом сезоне. Но это как и ситуация Дайнека. Надо уже восстать из пепла и нужно уже себя снова людям показать, потому что ну грех такой голос где-то потерялся. Это абсолютно точно тот человек, который должен быть сейчас на нашей эстраде. Ждем еще Кирилла Нечаева. Мы, помните, мы тоже немножечко его затрагивали, что он может быть. Он хорошо пародирует. И он бы мог как раз быть тем, той маской, которая бы всех запутывала. Я бы с удовольствием его послушала. Лично я жду Диму Колдуна. Мне кажется, сейчас идет тоже тенденция его немножечко показать. Где-то он был уже и в дуэтах, он был в «Факторе страха». При том, что его давно уже так нигде не было. У него каких-то хитов композиций не возникало. И мне кажется, связано с тем, что его потихонечку людям показывают, как бы напоминают, чтобы потом, когда он снимет маску, не было никаких вопросов, кто это. У меня вот такое стойкое ощущение, что Дима Колдун должен быть в этом сезоне. Ну и также прошлись мы в комментариях по разным шоу. Большинство считает, что Вячеслав Мясников должен быть по юмористическим шоу, я не сказала. Вячеслав Мясников должен быть, так как он поет, играет на гитаре и все такие дела. Он был бы очень интересным. Ну и были еще варианты с Михалковой, были варианты с Айдаром, с Гущиной, студии «Союз», с теми, кто тоже хорошо поет. Поэтому из этих юмористических шоу тоже кто-то может быть обязательно задействован. Были еще варианты с Картунковой, там и с Азаматом Усагалиевым, если пойти там по прошлому КВНам. Такие варианты, я тоже думаю, имеют место быть. Ну и два человека до сих пор помнят Антона Зацепина. Мы всерьез обсуждали эту кандидатуру в прошлом сезоне, но я сейчас, когда писала, я думала, Антон Зацепин, почему мы вообще до сих пор помним Антона Зацепина? Что за феномен такого этого человека, что спустя столько лет, после «Фабрики звезд», после пары там хитовых песен, мы до сих пор помним его, как он поет, и ждем его, главное, в шоу «Маска». Это самый интересный персонаж, если мы его увидим, мне кажется, я вроде как и ожидаю, но в то же время буду в шоке. Хочу еще пару слов сказать по тем людям, которые точно нет. Ну, на мой взгляд. Вы оставили эти фамилии, эти имена в комментариях, но я хочу сказать, что, скорее всего, их не будет все-таки. Это Зара. Несмотря на то, что многие ее написали, я хочу напомнить, что она была в новогодней маске, а я все-таки склоняюсь к тому, что те, кто уже поучаствовал в сезонах или в новогодней маске, или в качестве приглашенных масок, они не будут больше участвовать. Не будет ни продюсерский состав повторяться, и сами эти люди, вероятно, приняли участие в новогодней маске, потому что им захотелось быть причастными к этой истории, но не хотелось растягивать ее на весь сезон, я так полагаю. По этому же принципу не будет, я думаю, Юлианы Карауловой, несмотря на то, что вы ее написали, потому что она была в новогодней маске, и не будет Алексея Ягудина. Тоже про него написали, относя его к категории спортсменов, уже не действующих спортсменов, он уже больше, наверное, как телеведущий. Тем не менее, он тоже был в новогодней маске, поэтому в сезоне, я полагаю, что его не будет. Говоря о спортсменах, тоже написали несколько имен. Игорь Акинфеев, вратарь, Артем Дзюба, Дина и Арина Аверины,
писали про Трусову, про Туктамышеву, это действующие фигуристки, у которых вот на носу Олимпиады. Этих спортсменов я тоже не жду, потому что они действующие. У них тренировки, у них игры, у них соревнования. То есть у них вся пока еще спортивная жизнь. И мы таких персонажей, я думаю, не увидим, потому что нужно понимать, какой у спортсменов график. А вот те, кто уже закончили, ну вот типа Мастерковой, Хоркиной, да, мы увидели. В эту же оперу мы можем увидеть или Сану Тяшеву, которую я, например, в новогодней маске ждала. Я думаю, как раз вот таких спортсменов мы сможем увидеть. Волочкову. Она тоже любит сейчас везде, всегда любила, господи, о чем я. Я бы не хотела, но вполне возможно. Также не будет точно, сразу, раз и навсегда, давайте решим и закроем этот вопрос, не будет Полины Гагариной. Она очень резко высказалась по поводу вообще телеканала НТВ, ну и в частности про шоу «Маска», в котором она ни при каких условиях принимать участие не будет. Было это в прошлом сезоне, когда активно Юля Паршута пыталась притвориться Гагариной. И у нас было тоже, помните, целое расследование по поводу того, Паршута это все-таки или Гагарина. И тогда Гагарину задолбали, видимо, с этими вопросами. Она очень резко сказала, что у нее огромная обида на НТВ и никакого участия ее в «Маске» не будет. Поэтому тему с Гагариной закрываем сразу же, это 100%. Также по поводу конфликтов. Есть информация, что есть конфликт у Аниты Цои с Филиппом Киркоровым. Вот это для меня прям было открытие, потому что мне казалось, что он Аниту Цои это как раз пытается разгадать, пиарить. Вроде как Анита-Анита, да, вот все то, что мы, над чем мы с вами шутим. Но оказалось, что у них конфликт, и я что-то прочитала, там после какого-то Анитиного выступления должен был выступать Филипп Киркоров, а там была вода, и он в каком-то ужасе просто стал сам вытирать полы, высказывая вот это недовольство Аните Цой. Ну, в общем, у них там что-то откуда-то издалека долго идет этот конфликт. Говорят, что пингвина-то он выгнал именно потому, что полагал, что там Анита Цой. То есть не потому, что он якобы догадался и разгадал ее, а потому, что он хотел ее выгнать. И поэтому он так сильно расстроился, когда узнал, что там Азиза, потому что Азизу бы-то он тянул, наверное, до конца. А вот Аниту он как раз хотел выгнать. Поэтому полагается, предполагается, что Анита не примет участие тоже в «Маске» и не захочет. Спорный вопрос, никакого стопроцентного ответа на него нет. Для меня это было открытым, я думаю, многие из вас тоже удивлятся. Хотя я бы Аниту все-таки хотела увидеть, чтобы закрыть этот гештальт, потому что, ну, невозможно. Также я писала, и несколько человек, один, по-моему, человек со мной согласился, что, скорее всего, возможно, это будет Клава Кока. Клава Кока ожидается в сезоне, ну, на мой взгляд. Мне кажется, она сейчас очень много где-то мелькает, и как-то там у нее какие-то отношения рабочие, имею в виду, с Киркоровым, что, возможно, и здесь-то мы ее увидим, как представителя, собственно, современной музыки. Также у нас остается незакрытая вакансия «Маски» родственника члена жюри. Так как мы не знаем, кто в пятым членом жюри будет. Ну, допустим, если это будет Костюшкин, вполне возможно, что мы можем увидеть в масках Юлю Костюшкину, его жену, например, которую он тоже, конечно же, не узнает. Ну, а если из тех, кто уже есть, возможно, у нас еще остается вариант с дочерью Валерии, муж уже был. Поэтому, возможно, будет дочь Шена, она поет, и, в принципе, мы ее в качестве вот этой кандидатуры тоже можем рассмотреть. Не знаю, какие еще родственники остались у остальных членов жюри. Ну вот, например, Киркоров тоже постоянно говорил про Жасмин, про свою Джессицу. Возможно, было бы интересно на Жасмин посмотреть «Маску». Мне по-прежнему нравится вариант с Пушным. Это был мой вариант когда-то в «Неваляшке», потом эта версия, конечно, рассыпалась в пух и прах, но я все равно очень этого человека люблю и жду, чтобы он принял все-таки в «Маске» участие. Мне кажется, это будет интересно. Многие писали про Подольскую, про Брежневу, про Темникову, про такие вот вроде хорошие, красивые голоса, которые немножечко подзабыты. На мой взгляд, им бы не помешало принять участие в этом шоу. Писали также и про оперных певцов, что, возможно, это будет и Хибла Герзмава, и Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, ну и Анна Нетребко, возможно, да, жена Юсифа. То есть по вот этой тенденции, если пойти, возможно, мы и таких персонажей увидим. Еще, кстати, хочу озвучить пару вариантов. Это певица Ханна, которая
сейчас набирает обороты, она еще молода, но может, я думаю, принять участие в таком шоу. Она недавно, кстати, взяла золотой граммофон. Мне бы интересно было посмотреть на Екатерину Шпицу, тоже написали такой комментарий. На Бортич можно было бы посмотреть, но не думаю, правда, что она примет участие. Дарья Мороз, Лизавета Боярская, Евгений Кулик. Мне, кстати, вот это нравится, вот этот вариант нравится. Мне кажется, он может как раз быть в маске пончика. Он сам как очень милый пончик. На самом деле вариантов, конечно, огромное множество. И какие-то версии, я думаю, у нас появятся такие более-менее похожие, наверное, только после 3-4 концерта. Пока мы немножечко дурачимся, предполагаем. Если у вас появились еще какие-нибудь варианты, обязательно пишите в комментарии уже под этим видео. И, возможно, будет еще вторая часть с предположениями. Я благодарю вас за просмотр. Меня зовут Аня Лапа. Это мой канал Календариум. Пока-пока. Thank you.